звонит начальник. Срочно подними трубку. Друзья, давайте попланируем. Анатолий Алексеевич, спасибо. Вот такой вот дебют, еще громче, овации, еще больше. А ему нужно идти домой, его ждут йогурт и смешарики. Ну и, конечно же, корпоратив в детском саду. Спасибо, Толик. Алексеевич, удачи вам в вашем нелегком труде. Вы самый маленький и назойливый ведущий. Да, еще раз спасибо. Да, действительно, вот да, решили так вот долей юмора вас сначала покорить, потому что спортивное зрелище, сами понимаете, не для слабонервных, тут будет много лежащих трав, возможно, хотя трав не должно быть сегодня. Вот, самое главное сегодня праздник спорта, вот маленький человек это все сегодня доказал. Что ж, мы не будем тянуть далее, у нас